Hello guys, it's International Romance and Adventure. And as we say before, our beautiful lady is not just beautiful outside and inside too. And very creative person we find in Kyiv. Anita and Anastasia, they invite our agency to their art gallery. And today we come here and we are really in shock that they are so creative person. Здесь проводим разные мастер-классы по живописи, скульптуре и росписи по стеклу. Ну, а также для нас это просто такое, можно сказать, святое место, где мы черпаем вдохновение и выплескиваем его на холст. Также мы приглашаем сюда наших друзей, художников, музыкантов, поэтов, литераторов. Всегда рады гостям и готовы со всем делиться своим прекрасным настроением и вдохновением. Приходите к нам в гости, будем очень рады вас видеть. Я мечтаю встретить именно вот своего человека, своего мужчину, который бы был не только для меня источником вдохновения, но не он, как бы, а вот наша любовь, наше совместное счастье, но и также он был для меня поддержкой, опорой. Я всегда могла на него положиться, знала, что в сложный момент он будет со мной рядом, будет греть меня своим теплом, и его сильное мужское плечо будет всегда подле меня. И я также, в свою очередь, буду согревать его своей нежностью и лаской. Я очень мечтаю о маленьком загородном домике с белым заборчиком и с лабрадором, который бегает по травке. Но также я люблю экстрим, путешествия и яркие вечеринки. Хотела бы мужчину встретить неординарного, творческого. Я не только очень творческая, но также я еще очень нежная, романтичная. И я бы хотела встретить сильного мужчину, с которым я смогу быть собой, которому я смогу подарить свою нежность, тепло и ласку. И главное, хочу встретить человека, который готов это принять и будет это ценить. Мы организовываем очень часто выезды на природу. Это называется у художников пленэр, на свежем воздухе. Живопись — это когда выходишь с этюдничком в любое место, которое тебе понравилось. Чаще всего это летом, но также очень приятно осенью и даже экстремально зимой. So it was International Romance and Adventure. Subscribe our YouTube channel, watch our videos and of course come to our website, sign up. And we are waiting for you in Ukraine. We will show you all these interesting places in Kyiv.